Ну что, всем привет! Вы снова на моем канале Яна Лученко. Сегодня у нас очередной мукбанг, и мы сегодня кушаем хот-доги. Эти хот-доги мы приготовили сами. Ну как приготовили? Собрали сегодня сами. Они у нас с сосисочками, с лучком карамелизированным. В общем, у нас здесь еще есть огурчики, помидорчики. И сосиски, потому что мы хотели засунуть вот такую сосиску, но хот-доги стали ломаться, поэтому мы туда засунули половинку. И решили, если будет мало, будем доедать так. И здесь у нас три соуса. Это кисло-сладкий, это для сэндвичей, и такой нашли соус, я хочу даже вам его показать. Здесь приготовила, вот мы нашли для хот-догов, это Хайнс кетчуп с горчицей горячка. Уже. И вот здесь вот хот-дожик, видите, нарисован. Будем его пробовать. А, и будем кушать в перчатках. Перчатки у тебя? Сегодня мы кушаем руками, поэтому мы надеваем перчатки. И потому что у нас грязные руки, просто это смотрится эстетичнее, мне кажется. Так, я что это, я за сосиски схватилась. У нас вот этот хот-дог для Авигеи, потому что она не любит горчичку. Ой, а я возьму вот этот. У нас с сырочком еще. Вот такие вот. Не знаю, видно или нет. В общем, я даже его еще в кисло-сладкий соус помакаю. Так, а чё, почему один он с майонезом? Это Авиге. А тут есть все вот эти соусы? Просто такая кетчуп-горчица. Просто макай? Да, если хочешь. Я такой. Ой, я какие сосиски здесь? Тавля. Это которая премиум? Ты таким хочешь? В общем, новостей у меня хороших много. Очень стала большая активность на канале. Спасибо вам. Много комментариев, много просмотров, пальцев вверх. Мы стали писать, что мы стали выходить в рекомендации. И самое главное, что вам это нравится. И поэтому... Поэтому мы едим чаще. Мы вдохновляемся на новые видео. И подписчица написала идею также сравнивать доставки, когда мы делаем тематические мукбанки. Там еще глаз прям хот-догом. Ты кушаешь? Ты можешь вот сюда его ложить. Не обязательно в тарелку. И сравнивать, как мы сравнивали пиццу, ну, вот такие полуфабрикаты магазины, а тоже сравнивать. А я думала, ты будешь тарелочки. Ну, ты можешь сюда тоже ложить. Ох, обожаю я вот этот кисло-сладкий. Так, будем огурчик. А потом я обратно захочу хот-дог. А теперь можно. Да, вот сюда кладешь и все. Лучше ручки закатай эти рукавчики, чтобы не запачкать. У нас, между прочим, весна на улице. Мы живем в Тюмени. Вообще здесь очень суровые зимы. Мы здесь, получается, это уже третья, да, зима? Yeah. Да. Мы приехали сюда в марте, 2 года назад. И мы думали, когда мы переезжаем, мы берем с собой там 2-3 чемодана, сколько нам положено, сколько нам можно. Естественно, мы берем основные вещи и берем их по сезону, по времени года. И получается, что мы с Сахалиной, когда переезжали в Тюмень, это был уже март. И на Сахалине довольно-таки было уже
тепло. И себе мы не стали брать зимнюю одежду, теплую. Мы ее отправили. Но основные вещи нам приходят где-то через месяц. И когда мы приехали в Тюмень, мы чуть не умерли от холода. Так, ой. Тут была такая морозяка в марте. Мы пошли в магазин. Ребенку-то я еще хорошо, я взяла зимнее, подстраховалась. Мы настолько замерзли, что... Когда у меня один был год. Да. И вторая зима была такая же суровая. Морозы сильные, вообще всегда холодно. А это просто какая-то сказочно теплая. Я практически вообще не мерзла. И сейчас у нас погода плюс 0. Плюс 5. Вчера было плюс 4. Угу, 4.5. Как будто мы не в Тюмени. Но я рада этой погоде. Мне лучше так. Пусть все тает, пусть будет слякоть и грязь. Лилика, это не что страшного? Да. Тут не видно, но тут еще есть лучок. Очень круто. Я бы еще сосиску положил. Да, а я положила вот так в прикуску, потому что не хватает. Просто булки такие твердоватые, они ломаются, если большую сосиску кладешь. Да. Сейчас ездили в магазин. Вообще не люблю выходные ездить в магазины. Потому что мы все едем в выходные в магазины. Такая толпа. Ну, потому что с ребенком никто, мне кажется, не любит ездить в магазин по выходным. Когда ребенка не было, в принципе, ты как-то не обращаешь внимания. Поэтому сегодня так получилось, что мы поехали в магазин. Надо было, ну, для худога все купить. Уже. Угу. Просто. Обычно мы днем всегда, в будний день. Даже стараемся не днем, а прям с утра. Точно. Да, сегодня точно день. Брала горчицу? Дать еще? Нет, горчица есть? Вот это кетчуп с горчицей. Ага. Маловато горчицы. Давай я зеленок сюда поставлю, чтобы мы руки не тянули. Мы просто губами держим. Это уже офигеть. Очень страшно есть руками мне. Я никогда ем. Когда ем? Когда ем хот-доги, видите, у нас здесь сырок. Мы его еще нафаршировали. Чем? Ну, добавили там всякое. Королевский лук. Ерунда. Какую-то ерунду. Да? Да. И... В общем... По студенческой программе, когда ездили в Штаты, мне кажется, многие ездили. Ну, либо многие знают про эту программу. То ты едешь как бедный студент, работаешь там как раб. Но ты безумно счастлив, потому что ты увидел Америку. И вот работали в отеле. Ну, убирали, короче, номера. И там в отеле была какая-то вечеринка, не помню что. И, в общем, нам, работникам, можно было есть хот-доги, короче, нас угощали там хот-догами.
И мы, русские ребята, брали хот-дог, булочку, сосиску и сыр. Крем-чист или сыр? Ну вот, как он вот, ломтик сыра. Ломтик сыра. Остальные американцы, работники, смотрели на нас с таким удивлением. Какое молоко. Зачем мы кладем в хот-дог сыр? Чтобы. Чтобы был хот-дог. Одни стали, некоторые даже решили попробовать. Я помню, одна. А я свою уже съела? Что? Хот-дог. Первый. Все беру, даже не заметила, как съела. И одна тоже говорит, ну давайте я попробую, как вы кушаете. Ее прям чуть не стошнило, типа такая блевотина, как можно в хот-дог добавить сыр. Не знаю, может быть, это чисто так у нас совпали работники такие, которые так не ели. Что, она отдельно сыр не ешь? Ну вот именно, просто там они так возникали, типа, господи, как можно хот-дог есть с сыром. Ну вот именно я говорю, что у них было такое удивление. Наверное, если аналогию сделать, то для нас селедку пожарить. Как бы, ну, я представляю жареную селедку, не вкусно. Я никогда не пробовал. Да? Не знаю. Может быть, у них вообще в хот-доге сыр не кладут вот так вон. Да. Они этим и были возмущены. Они еще не знали. Не знают про нашу крошку картошку. Что мы туда кладем? Еще пара дополнительных блюд. Картошка, мартошка. Угу. Картошка, мартошка. Тут осталась последняя сосиска. Забирайте. Я понял. Первый год, когда я поехал, что ли, я научился там готовить китайскую лапшу. Потому что это было основное блюдо на каждый день. И с сыром, и с мазиком. Mm-hmm. И соус сливаешь, и довариваешь. Yeah. У нас была еда, это бич-пакет, еще в магазине за доллар. Ты берешь эту лапшу и Принглс. И Принглс. Потому что Принглс там тоже стоит доллар, и это очень дешево. Еще я помню, мы рис постоянно варили. А потом приезжаешь на родину и лечишь свой гастрит за огромные деньги. Ну, счастливый. Ты же увидел Америку. Ценное здоровье. Ага. Но, как я понимаю, вот есть вот эти АСМР, это когда ты не разговариваешь, а прям вот так микрофон. Говоришь. Да, все время. Кушаешь. А в мукбанке, когда ты разговариваешь, кушаешь. Ну, мне кажется, логично, почему я разговариваю. Чего хочешь? Какой еще вариант может быть? Не говорить и чавкать. Хорошо, что надели перчатки. Удобно. Я не могу это никак. О, ты мне прям под руку поставила. А? Готовить них не рекомендую. Почему?
Ну, если вы кушаете... Потому что у тебя рука потеет в перчатках. А, в перчатках, я думала, ты не рекомендуешь хот-доги готовить. Нет. Не рассказывай. Так я не собирался. Вчера просоплюсь, сегодня про этот... Ну, ты напомнил про этот пот, блин. Я не говорил, что этот перчаточный сок. Думал, обойду эту тему, просто скажу, что нельзя, и все. Нет, нам-то ты напомнил. Кому вам? Аппетит весь испортил. Тебе? Да. Да, я вижу, как тебе аппетит испортился. Сейчас я вам ливну. Это доказательство. Вот этот кисло-сладкий соус. Я прям обожаю. Потому что... Я рада, что его нашла. Он мне очень нравится, но я его нигде не видела. А потом, по-моему, появился и Хайнс кисло-сладкий чили в этих в упаковках, ну, вот таких же. И как только я его увидела, я его сразу взяла. Завтра, кстати, будет 23 февраля. Праздник какой-то. Да. А я еще сегодня еду в магазин и думаю, ну, на 8 марта, понятно, всегда кипиш в городе. А какой праздник будет? А сегодня тоже такой кипиш. Я такая думаю, неужели это женщины? Все подхватились, а сегодня по магазинам рыщут, что-то подарить. Как называется праздник? День отличников. День отличник? День защитника Отечества. День отличников Отечества. Да. Почти молодец. Почти сказала. Ой. Сказала молодец. Могу. В этот праздник подарки дарят обычно. Кто не знает. А кто знает, напомним. Что надо дарить подарки? Да. Так, что мы расхватываем. Подпишитесь на наш канал. Не забывайте на колокольчик нажать. Лайки, пишите комментарии. Да, ждем ваши комментарии. Я отвечаю каждому обязательно. Всем спасибо, что досмотрели этот мукбанг. Побыли сегодня с нами. Всем спасибо. До новых встреч.